Ну а прямо сейчас о погоде. В Тобольске этой ночью ожидается снег и до минус 5 градусов. Завтра днем потеплеет до минус 2. Вышими этой ночью минус 5 и небольшой снег. Завтра днем снега не ожидается и потеплеет до 0 градусов. В Заводоуковске сегодня в темное время суток будет ясно и до минус 7. Завтра днем ожидается снег, 1 градус выше 0. В Юлутровске ночью осадков не ожидается и минус 7. Днем в субботу столбики термометров поднимутся до плюс 1 и ожидается снег. В властной столице сегодня ночью без осадков и до минус 7. Завтра днем снег все-таки вернется, а температура не поднимется выше 0 градусов. Партнер прогноза погоды – компания «Ямагучи». Занимайтесь спортом и тренируйтесь с комфортом в любую погоду. Ходьба и бег – залог здорового тела. Тонкая беговая дорожка «Ямагучи» – тренировка под любимую музыку. Управление с пульта или панели. Легкое перемещение. Табло достижений. Амортизация сбережет ваши суставы. «Ямагучи» – ваш путь к совершенству.